Маленькое зеркальце продается такое вот для принадлежности. Зеркальце и доска с магнитом, по-моему. Да. Чтобы картиночки всякие прилепить. Хорошие вещи. Чтобы руки мыть. Всякие принадлежности. Шоколадка тоже открывается. Ну, а тут что только нет. Мама-то моя родненькая. Всякие прибамбасы для мужчин. Носки всякие. Для мыла. Классно. Тоже, естественно, на присосках или? И она так заезжает сама по себе. Экраны, люксус. Естественно, зеркало. Алло. Вот, а этот набор продается для эссена. Для комнаты, где только сидишь и кушаешь. Всякие стулья, всяких сортов. У меня у самой тоже пару или тройку стульев икейских есть. Вот эта стенка, конечно, кухонная, бесподобная. Это обязательно от дома иметь такое. Как смотрится шикарно. Душой прям отдыхаешь. Еще уголок для балкона. Все для балкона. Балконная мебель. Столик маленький. Стульчики, пожалуйста. Искусственные всякие цветы. А, не цветы, а растения, будем говорить. И фотообои даже. Всякие лампочки. И с этой стороны тоже. Это что-то. Только балкон надо иметь. И все. Постепенно. Все дешево стоит. 19,99 стоит. Там стульчики хочу. Только стульчик посмотреть. Почему? 20 евро стульчик стоит. Подушечка на стульчик сколько стоит? Сколько стоит? 5,99. Ну все это ворох, конечно, да? Все ворох. Я попробую. Очень удобно. Прелесть. Такая красивая зафа. Зофа. 899 евро стоит. Шикарно. Свечки, которые 40 часов горят. Написано. 40 штук. Обалдеть. Стоит евро 29. Интересно. И почему они так долго горят? Да, вот написано 40 часов. Интересно. А вот тут рядом цветочки, которые не надо поливать. И стоят они евро 49. Ему тоже тут выкопать. И вообще, здесь целая галерея ёрнов всяких разных разместилась. Ложка, вилка, нож, большая ложка, большой, 30, тайлик на пес 30. Таких отделений стоит 30 евро. Вот 30 таких вот вилок, ножей, ложек стоит 30, 29,89. Шикарный набор, если купится. Тарелочка, розовая, побольше, поменьше, поменьше. Еще совсем маленькая. Естественно, у каждой тарелочки своя цена есть. Такие маленькие, вот они по евро 99 стоят. Побольше, которые по 2,29 стоят. В общем, все, в принципе, недорого. В пределах нормы. Приятный наборчик. Тарелочка. Голубые цветочки. Такая, как большая пиалка, можно сказать. Суп наливать в нее. Стоит она 2,99. Целый комплект тарелок. Всяких сортов. И синие есть, зеленые есть.
и у всех цена 2,79. У одной. Одна. Раскальчики. Маленькие, маленькие, большие, красивые. Голубенькие, красненькие. Еще даже чай продается. Тут же стоит чай. И тут написано на этом чае, что он органик, то есть био. Черный чай с джинджер. И эрберли с клубникой сушеной и с набор сметаны. Сметанный чайник тоже. Я думаю, все нам такое не будет. Какая прелесть. Ну, написано 3,99, но я думаю, вот эта вот колба стоит. Вот внизу, это для свечки, свечку поставлять, чтобы медленно он нагревался. Стаканчики продаются, зеленое стекло. И написано тут 3,49, 4 штуки. Так, смотрите. Какие мощные стаканы. Редактор